Дорогие друзья, всем привет! Вот моя ссылка закончилась. Нахожусь в аэропорту Шереметьево и нахожусь не один, а с этой прекрасной дамой. Это Инночка Павлик. Нас объединяет один человек, которого зовут Рената Усатый. Мы не были знакомы, но познакомились по Фейсбуку. 2 года назад встречались в ресторане в Кодру в ноябре 2019 года. По Фейсбуку мы друзья. И оказалось, что Инна Павлик вообще очень замечательный человек, замечательная женщина, потрясающая. Она вчера мне позвонила и вызвалась отвезти меня в аэропорт, за что ей большое спасибо. Вот. Она очень лучезарная и очень шикарная женщина. Вам хорошо долететь, всем привет. Спасибо, всем привет. Вот она мне кучу подарков надарила и привезла меня в аэропорт. Пока-пока, привет, увидимся. Привет, да, всем с Москвы. Всем привет с Москвы. Вот Инночка 2 слова хочет сказать. Ну, передам привет всем, конечно, своих мы не оставляем, как можем, помогаем. Всем привет. Пока, друзья, увидимся. Вот еще один раз с этой шикарной женщиной. Всем пока-пока, увидимся. Встречайте в целости и сохранности. Спасибо, спасибо, пока.